можно ли нарисовать треугольник и точку внутри него, чтобы все углы были бы прямые? Почему не можно сделать угол прямым? Можно сделать прямым, потому что 90 плюс 90 плюс 90. А теперь более хитрый вопрос. А в пространстве такое бывает или нет? Чтобы был треугольник и в пространстве точка, из которой все стороны видны под 90 градусов. Да, бывает. Бывает или нет? Давайте голосование. Кто за то, что бывает? Спасибо. Кто за то, что не бывает? Ага, замечательно. Ну давайте сначала дадим слово тому, кто считает, что не бывает. Всегда 360, да? Это вы хотели сказать? А поскольку 90, 90 и 90 это не 360, то такого не бывает. Отлично, спасибо. Так, кто есть у нас из тех, кто считает, что такое бывает? Нам сейчас попытаются объяснить, почему такое бывает. Кстати, еще легче показать пример. Вон тот угол стены. Абсолютно не легче, Коля. Потому что это надо осмыслить. Один раз в жизни надо на эту тему подумать. Дай им подумать. Да. Ага. То есть вы просто не поняли задачу. Задача была, внимание, не на плоскости, а в пространстве. Требовалось, чтобы углы были все с вершиной в одной точке. То есть вы у нас дали ответ, что бывает, но потому что не поняли условия. Бывает ли, чтобы был треугольник, и в пространстве была бы точка, из которой все стороны видны под 90 градусов? Да. Если просто вытянуть, ну, как углы тут. Можно представить, что вот угол на стене. Зачем вам на стене? Зачем вам так высоко лезть? Если у вас угол есть, не знаю, на доске, на столе. Просто туда ставить вторая точка. Да, что? И вот этот угол, то есть, представь, что тут есть вторая плоскость. Да. То есть, вот этот угол будет на 90 градусов. Вот этот угол. Ребята, называется это вершина куба. Согласны? Да. Просто вершина куба. Если мы берем вершину любого выпуклого многогранника и смотрим, какие углы в ней сходятся, то это всегда будет меньше, чем 360. Вот когда вы взяли самый обычный кубик, то там сходятся в точности три прямых угла. Если вы здесь возьмете произвольные точки, то вот вам как раз и будет треугольник. Так, ладно, если продолжать спрашивать. На предыдущем вы могли легко догадаться сами. А вот интересно, этот треугольник, он любой? Какой? Какой треугольник можно получить, отрезая уголок куба, а какой нельзя? Я не хочу сейчас вам доказывать, но поверьте, любой остроугольный треугольник можно получить, отрезая такой, а тупоугольный нельзя.